А болельщики «Зенита» готовы?
Итак, болельщики, шуми, поработай это время! Не больше шума! Thank you.
12, Теналка Ангер, Зенит Санкт-Петербург. Спокойно, не проигрывать на приеме. Хотя бы оставляем игре на высоких мячах, будем работать. Планер, ой, без него принимайте вдвоем. Без орла. Планер, да? Планер, без орла вдвоем с Тёмой. Русские! Есть!
Сильная подача. Как от защиты поднимаем вверх, да? Дальше уже разбираемся. Thank you.
Вот вопрос о команде «Кузбасс». Проводится судейская конференция для видеопросмотра игрового эпизода. Дорогие друзья, у нас на матче присутствует тренер, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Запрос не удовлетворен. Счет 6-5 впереди Кузбасс. Команда Кузбасс потеряла право на один запрос в этой партии.
состоянии вместе с ним. Шубин! Говорит до игровки, окей? Все то же самое по направлению там. Наша игра, окей? Там агрессия. Потом судья. Нет. Наша игра. Thank you.
вместо Лука Шукевича Фабер Гласес выиграет Сергей Чернигов. Первый раунд. 19-17. Thank you.
данном комите мы представили вам конечно номер 12 в игре и принимаем номер 7 номер 24-20. Что за просто? Как вы сказали, проводится
Продолжаем наш команду победы. Все вместе!
чемпион на сцене. Второй тайм-аут команды «Зенит-Санкт-Петербург». А сестры сегодня продолжают продолжать. Там нужны эмоции, чтобы выигрывать. Давайте сведем сейчас. И, конечно, получите свою футболку. Выше руки, Витя! И поздравляем все, кто подал футболки и продолжаем поддерживать.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Давай!
Поздравляю вас, команды, Счет партии 25-7.
16. Команда «Кузбасс» победила в этом матче со счетом 3-1. Итак, дорогие друзья, завершился очередной матч чемпионата России по волейболу среди мужских команд «Суперлиги». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
как учеба? Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот где-то плюс был. Спасибо вам, спасибо. Домой.
футболист.